В 2021 году проект «Билет в будущее» реализуется в 5 школах – 1, 4, 5, 7 и 82. Педагоги-навигаторы в этих школах проводят профориентационные уроки, обеспечивают прохождение учениками онлайн-диагностики, специального тестирования. Мы рассмотрим направления информационные, социальное, экономическое, гуманитарное. Химбио будет в течение урока проводиться анкетирование, то есть они будут выбирать сначала, какие предметы им больше нравятся по душе, потом некоторые действия, которые им нравятся ближе. Я определенно, то есть на бизнес и на информатику, то есть на программирование. Сейчас развивается вот эта вся деятельность с программированием, 3D-моделированием, она сейчас увеличивается, получается, и это очень востребовано. Более творческую хочу профессию выбрать. Где там рисовать можно или что-то еще такое. Ну, скорее всего, преподаватель художественной школы, там что-нибудь такое. После профуроков в школах дети отправляются на специализированные пробы. В ноябре их посетили 150 обучающихся на базе Котласского педагогического колледжа по трем направлениям – повар-кондитер, педагог, воспитатель детского сада. Основным элементом проекта «Билет в будущее» является многофункциональная информационно-сервисная онлайн-платформа, на которой размещают профориентационные материалы. Платформа состоит из открытого и закрытого сегмента. В открытом – доступном без регистрации. Любой школьник области может получить актуальную информацию о проекте, о профессиях будущего. Для активных родителей предусмотрен отдельный раздел. В закрытом сегменте после регистрации на платформе каждый школьник получает свою персональную страницу, где можно отследить результаты пройденных профориентационных тестов, получить индивидуальные рекомендации по результатам участия. В этом году в проекте «Билет в будущее» участвуют школы Архангельска, Котласа, Вельского и Каргополя. Польского районов. География билета в будущее будет расширяться. Но уже сейчас можно отметить, что по сравнению с прошлым годом количество ребят, которые вовлечены в этот проект, возросло в 8 раз.